И 1798. Я снова белый. Ну, давайте, друзья, давайте. Снова это сыграем. Так, я в прошлой партии немножко не так играл. И вот он чисто на время играет. Заметьте, чисто на время. Исключительно на время. Ну, давайте попробуем его перещелкать. Раз он так хочет. Попробуем. Может быть, даже получится, а может быть и нет. Пешку я зевнул. Но, правда, там быстро отыграть могу ее. Так, он хочет сюда заскочить, да, на Е3. Ну, пусть заскакивает. Слона мне абсолютно не жалко на G2, если он его заберет. Потому что он у нас уже давно был прикрытым и не способным ни на что. Так, а это уже лучше. Это уже лучше, это уже разменчик. И это угроза на F6. На F6 проходит, хорошо. А там мат случайно никакой не поставится. Некогда, к сожалению, считать. Ладно, давайте просто выигрывать эту партию. Но елки с палками, как я мог? Ладно, отдал обратно качество. Ну так, красиво отдал, со вкусом. Никто не скажет, что некрасиво. Ой, да. Надо ладью срочно выводить. Вперед в бой. Сейчас ферзь F6 грозит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, вот так. Ну так я выигрываю ладью, дружище. Так ты допустил ошибку серьезную. Ага. Шажок. Так. Еще шажок. Ну вот так разменяемся, пожалуй, да? И заматуем. Отлично.